Сегодня планировался большой праздник для детей, фестиваль для девочек, которые еще не знакомы с футболом. Но вот, к сожалению, сегодня подкачала погода, как вы видите. Вот, форс-мажор случился. Но это не помешает нам. Трибуны пусты, футбольный матч не состоялся. Мешались погодные условия. Но никакой дождь не способен отнять праздник у детей. Действия перенесли в конференц-зал стадиона «Десна». Футбольная викторина, аниматоры и подарки. Всемирный день детского футбола – отличный повод познакомиться с этим видом спорта. Если не на практике, то хотя бы в теории. Итак, футбольный тайм. Сколько минут он идет? Молодцы! Участницы фестиваля – девочки от 7 до 12 лет. Большинство с опытом игры на поле. Я не занимаюсь футболом, но во дворе с ребятами я играю в футбол. Ну, мне понравился этот спорт, потому что он развивает ваши ноги, чтобы они лучше работали. Это очень интересно, и можно узнать много нового по футболу. Футбол, да, любим, но я не занимаюсь, но так во дворе играем. Мы всегда в лагере, в школе, по вечерам играем в футбол. И там особо мы решаем все честно. Я люблю в него играть. Мне нравится, что там можно общаться с друзьями и получать достижения. Вот, например, я забил в прошлый раз, когда еще это было год назад, я забила 2 гола сама. Мне никто не помогал. Мне очень нравится заниматься футболом. Мы в лагере с ним очень часто играем. Я вратарь. И мяч приношу. Я не играю, я вот во дворе играю с друзьями, и мне довольно нравится так играть. Женский футбол на Брянщине активно развивается. Наши спартаковки – серебряные призеры первенства страны. Возможно, кто-то из участниц фестиваля или наших юных телезрительниц решит присоединиться к команде. И тогда она завоюет желанное золото. Занимаетесь футболом, любите футбол, приходите в него. И играйте и с фиксиками, и с друзьями. Александра Савельева, Дмитрий Паршиков, Брянск.